Здрасте. Всем здрасте. Глядя на мои ролики, кое-кому может показаться, что я не люблю громкую, тяжелую музыку. Ничего, даже близко нет. Я очень люблю громкую, тяжелую музыку, поскольку любовь моя начинается с группы The Beatles, и началась она много-много-много лет назад. И ничего громче на тот момент времени, чем The Beatles, я не слышал. Поэтому, да, здравствует громкая, тяжелая музыка. Ну, сегодня я не буду говорить об этой пластинке. С виду она может показаться такой фанковой, черной. Она такая и есть. И когда я ее поставил на проигрыватель, я подумал, что это, наверное, новый альбом Funkadelic. Но оказалось, нет. Оказалось, что это сольная пластинка барабанщика группы Caius, о которой я поговорю отдельно, и об этой пластинке тоже. Про Bad Brains тоже я сегодня говорить не буду. Помяну только вместе с вами Чака Мосли покойного, который пел очень успешно, на мой взгляд, в группе Faith No More. Ну, понятно, да? Вот я ее и вспомню сегодня. Faith No More. Группа, которая потрясла мир. Безусловно. Красивая пластинка. Давно я ее с полки не доставал, потому что в свое время переслушал просто эту музыку в 90-е годы. Где-то тут вкладочка. Ну, вкладочка просто. Вкладочка. The Real Thing. Третий альбом группы уже без Чака Мосли, который мне, кстати, очень нравится, и несколько песен из первых двух альбомов я очень люблю. Но речь не об этом. Речь о том, что Faith No More в нашей стране как-то они немножко запоздали. Они в массы пошли не сразу, а с задержкой, наверное, года на два, на три, после того, как выстрелили уже на Западе, в Америке, в частности. Популярность их была достаточно велика, особенно после The Real Thing и Angel Dust. А у нас как-то они, ну, наверное, после The Real Thing они как-то вдруг раз и стрельнули. На меня они стрельнули просто в упор, выстрелили. Как-то я зашел, не слышав до тех пор еще группу Faith No More, зашел в магазин Nirvana, и Леша Плюснин, Плюха, мне сказал, что вот есть новый Faith No More. Не помню уже какой, не помню, какой альбом был тогда первым. Возьми, послушай. Я взял, послушал и совершенно обалдел, потому что группа эта взяла все лучшее, что было, наверное, в музыке на тот момент времени. Это и тяжелый рок, и металл, и фанк. Джаза, правда, не взяла. Ну да ладно. И хип-хоп. А хип-хоп был, в общем-то, такой движущей силой популярной музыки в те годы. И так это здорово все слилось воедино. И потрясающий вокал, конечно, Майка Паттона. Майкла Паттона. Ну, вообще Майка Паттона, да, принято говорить. Что это был удар серьезный. И я тогда подумал, что это, наверное, лучшая группа из всех, которые есть сейчас из действующих групп, даже лучше, чем Red Hot Chili Peppers. Хотя тогда я очень любил Red Hot Chili Peppers. Сейчас, кстати, разлюбил, а вот Faith No More не разлюбил. Значит, что? Значит, они копают глубже. Значит, это настоящая вещь. Значит, это реальность. Faith No More, The Real Thing. Эту пластинку я все-таки услышал, наверное, после того, как Angel Dust. Ну, Angel Dust — это монументальный альбом, классический. Если проводить параллели, можно его сравнить, наверное, с пластинкой In the Court of the Crimson King группы King Crimson по значимости, не по контенту, а по этапности, по грандиозности. А сегодня я взял, послушал, переслушал вот эти два альбома, Album of the Year и The Real Thing. Они очень разные, конечно. Album of the Year не пользовался популярностью среди критиков, во всяком случае,
среди слушателей, думаю, что пользовался. Среди меня, во всяком случае, он пользуется большой популярностью. Объясню почему. Если The Real Thing, я считаю, самой веселой пластинкой Faith No More, она, на мой взгляд, она дико веселая, она зажигательная, она толкающая вперед, она где-то и танцевальная, где-то и такая, чтобы послушать можно было даже немножко. Немножко, потом опять начать двигаться всеми местами тела, всеми частями тела, извиняюсь. И она очень веселая, в ней какой-то такой черный, не черный, я не знаю. Я в последнее время разлюбил выражение «черный юмор». Есть юмор, есть не юмор, есть пошлость, есть юмор. Здесь отличный юмор, несмотря на мрачность текстов некоторых, а некоторых нет, но... Она дико веселая, конечно, повторил в третий раз. Просто чего стоит начало, From Out of Nowhere, первая песня, начинается с гитарной фразы, и сразу понимаешь, что эти парни отлично знакомы с классикой рок-музыки, то есть в чистом виде Sex Pistols. Просто вот раз, начинается, и вдыхаешь воздух Лондона 1976 года, хотя я никогда не вдыхал воздух Лондона 1976 года, а только слышал о нем через музыку Sex Pistols, The Clash и других замечательных музыкантов. И вот в чистом виде этот Sex Pistols такой вот так здоровски, и думаешь, ну вот панк-рок, сейчас будет панк-рок. Нет, панк-рок тут же заканчивается после... Два такта, по-моему, играет. Вот эта вот штука. И начинается классика от Faith No More. То есть сложные ритмы, фанк, слэповый бас и невероятный голос Паттона. Иногда мне кажется, что он чуть-чуть больше, чем нужно, даже театрален. Потому что такая визуализация идет. Представляешь его сразу на оперной сцене. А вокал чисто с оперными делами, да, ну все знают Паттона, как он умеет петь. Как я люблю говорить про музыку, да, низко-высоко, тихо-громко. Вот так вот надо о музыке рассказывать, я уже об этом говорил. Ну, потрясающий вокал, хотя я бы не сказал, что это... Этот человек входит в число моих любимых вокалистов. Не входит, нет. Ну, признаю, что он блестящий, конечно же. Глупо было бы отрицать его возможности. Это фантастический, конечно, певец. Очень, очень классный. Ну, следующий номер «Эпик». Само название говорит за себя. Ну, мало того, что эта песня сразу стала хитом на Западе, она... Это «Эпик». Да, это... Яростный, дикий хип-хоп из тех хип-хопов, которые приятно слушать. Эти люди для меня лично, они показали, что хип-хоп – это отличная музыка. И просто надо искать среди музыкантов, которые делают хип-хоп, приличных авторов и исполнителей. Авторская песня. Что такое хип-хоп? Это авторская песня. У нас одна авторская песня, там другая авторская песня в виде хип-хопа. И они меня продвинули в хип-хопе, можно сказать. То есть вот этот самый эпик, который начинается хип-хопом, а потом уходит опять в классический фанк, металлический хард-метал-фанк группы Faith No More. Ни с кем их не спутаешь. Они, казалось бы, все понятно по стилям, а все равно они выработали свое звучание, свою манеру, и ни с кем уже не перепутаешь. Falling to Pieces, вот это... После «Эпика», наверное, вторая моя любимая вещь. Опять же, мрачная, но дико веселая, с простой очень мелодией. Зачинает слэповый бас безумный. Безумный слэп пошел в зачине. И потом мощь гитарная, гитарно-клавишная мощь. Громко, плотно, все круто. И очень простая запоминающаяся мелодия с рефреном. Гармония несложная, очень классно так все разработано, здорово. Ну, зато дальше «Surprise, you're dead». Вот так сюрприз, ты сдох. Чистый какой-то яростный хэви-метал.
или там трэш, я не знаю, я не разбираюсь, кстати, вот в металлической терминологии, где трэш, где не трэш, для меня это абсолютно все едино, просто что-то нравится, что-то не нравится. Но вот эта штука, вот так сюрприз, ты сдох, вот она мне дико нравится, дико. Одна из любимых моих металлических вещей, если говорить о металлической музыке вообще. Ну, Zombie Eaters – это какая-то такая странная, интересная сюита, которая начинается с удивительно банальной какой-то школьной такой гитарной истории, такой примитивное арпеджио на акустической гитаре, которая... Каждый из нас играл, учась там в классе в 7-8 средней школы. Вот все через это проходили. Вот это вот арпеджио, которое вначале здесь играется. Ну, а потом, понятно, после этого арпеджио и запева начинается уже сюита про Zombie Eaters. Не дающая покоя ни на секунду. Я говорил, что пластинка веселая, драйвовая. И вот этот кач, он как на Zombie Eaters пошел, так и переходит в The Real Thing на вторую сторону. Это уже грандиозное оперное полотно. Серьезное, с философским подтекстом. Правда, непонятно. Может быть, это имеется в виду наркотический приход, о чем здесь поется в этой песне The Real Thing. А может быть, это... Наоборот, божественное откровение какое-то, которое безо всяких препаратов человек получает, сливаясь с реальностью и ощущая всю красоту мира. Не знаю, врать не буду, но, в общем, ничего плохого я в этой песне для себя не нашел. Она очень большая, проникновенная и сложная, но по восприятию она достаточно простая. Underwater Love – прекрасный номер, The Morning After и... Единственное, что мне не нравится, это инструментал последний. Но ничего сверхталантливого я там не услышал. Я опять-таки скажу, что музыканты высочайшего уровня, композиторы отличные, все песни шикарные на этом альбоме. Но вот этот инструментал, он как-то такой, ну да, ну сыграли, сыграли круто. Так же, как Dream Theater, да, я слушаю, ну сыграли, да, сыграли круто. Что тут сказать, больше ничего не сказать, да. Круто играют. Вот. А второй альбом, который я взял сегодня с полки, вот этот самый альбом года называется, да? Он, в отличие от реальной вещи, от настоящей реальности, от настоящего, он очень серьезный, как мне показалось, как мне кажется. Наверное, поэтому и не пользовался такой крутой популярностью среди... Я уже говорил, критиков, да? Потому что все привыкли к яростному Faith No More или к монументальным вещам Angel Dust, которые тоже достаточно безумны при всей монументальности. Экспериментально, как угодно можно назвать. А это просто какая-то такая... Я не могу сказать, что спокойная музыка. Она не спокойная, она громкая, ревущая, качающая. Но она какая-то очень степенная. Степенная, солидная, и для меня здесь полное отсутствие хитов, полное отсутствие какой-то такой вот песни, которая прямо раз и садится в мозг. И это хорошо, потому что песня, которая садится в мозг, она мучает, и когда десятилетия она крутится в голове, она надоедает, конечно. А здесь ровный, качественный такой... Faith No More-шный рок с другим гитаристом уже, но очень плотно, очень здорово. Strip Search, вот вторая песня, она как-то, если можно еще больше раскрыть голос Паттона, то она его раскрывает. Он здесь поет без излишней театрализации, хотя и шепчет там, и в этой песне, и в следующей там пришептывает таинственно. Какая театральность есть, но он больше поет, чем играет голосом. Вот это очень... Очень здорово, очень хорошо. Helpless – удивительный номер с акустической гитарой, и кажется, что это баллада какая-то пойдет в стиле Нила Янга, такая с уходом чуть ли не в кантри, такая кантри-фолк-баллада американская, и потом разворачивается опять в Faith No More во всей своей красе, во всей своей мощи, шпарит, жжет и кричит на тебя вот этой музыкой. Тоже монументальная в своем роде вещь, очень хорошая.
Шилав Зминов, на второй стороне очень странная песня, такой поп, какой-то такой поп-рок медленный. Но очень интересно. Но в целом пластинка, как я уже говорил, серьезная. Серьезная, в отличие от The Real Thing, которой я посвятил большую часть сегодняшнего нашего с вами времени. А в следующий раз, когда зайдет речь о Faith No More, я, конечно, буду говорить про Angel Dust, поскольку это действительно шедевр музыки 90-х. Ну, пошел пить. Пока.